Погибают ли пчелы после того, как они ужалили? Этот вопрос интересует некоторых людей. Попробуем в этом разобраться. Начнем с того, что пчелы в принципе не хотят никого жалить. Сейчас очень много спокойных пород пчел, которые спокойны. Однако же, если вас все-таки ужалила пчела, то это не значит, что она погибнет обязательно. Если же пчела крепко вонзила жало и не сможет его вытянуть, то она погибнет. Конечно же, жало останется в коже, а пчела без вырванного жала не сможет долго прожить. Проживет час или несколько часов и погибнет. Однако, как видно, она не хочет оставлять жало в коже и пытается его освободить. Если же ей удастся освободить жало, то она будет жить дальше, как прежде. При вырванном жале, вот жало осталось в коже, пчела не сможет долго прожить. А жало продолжает пульсировать. Работает на рефлексах и продолжает пульсировать, вгоняя яд в кожу где-то около минуты. Эта пчелка пытается освободиться, она крутится то против часовой стрелки, то за часовой стрелкой. Возможно, ей это удастся. Но если не удастся, тогда она действительно погибнет. Если удастся, будет жить дальше еще. В среднем пчелы живут до 40 дней в сезон. И несколько месяцев до 6-7 месяцев зимой, осенние пчелы. Она хочет просто освободиться. Вот, прошла минута, и эта пчелка освободилась. Эта пчелка будет жить. Так что пчелы не обязательно погибают после ужаления. Если дать им немножко времени, они могут сами освободиться. Хотя, скорее всего, люди спешат их прихлопнуть, смахнуть и убрать из кожи. Берегите пчелок. Пчелки опыляют очень вкусные растения, ягоды, фрукты, сельхозрастения и приносят огромную пользу человечеству. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будет много интересных видео. Жмите лайк, кому понравилось.